Дисклеймер. Нет крови, только огонь. Нет жестокости, есть любовь. Точно название птичьи, не знаю. Звук из ТикТока. Приятного просмотра. Лана КВ представляет. Маленькая принцесса, часто снились сны о прекрасном принце из ледяной страны. Только вот к несчастью из двух он выбрал ту, чьи глаза сияли, как яркий изумруд. Сердце юной девы обида залегла. Верного принцесса министра позвала, тихо прошептала с улыбкой на губах: королевство изумрудов мы сотрите в прах. Складно в адском плане.